Король бензоколонки завелся в Балашихе. Там на одной из заправок уже несколько недель гуляет львенок. Местным жителям удалось заснять его на видео. Ой, какой красавчик! По словам работников автозаправки, маленького хищника завел хозяин завода, который располагается поблизости. Животное спокойно выходит с территории, легко идет на контакт с людьми и даже дает себя погладить. Можно его потрогать, то он не съест? Нет, потрогай, он хочет. Да? Ему нравится? После того, как история получила огласку в соцсетях, инициативная группа решила выяснить, в каких условиях живет львенок, и встретилась с его владельцем. Он уверяет, что животное ни в чем не нуждалось, но теперь из-за настойчивого интереса со стороны общественности его придется отдать. Кому и куда, не уточняется.